Все рыбаки, задержанные за нарушение природоохранного законодательства, а их с начала года выявлено почти 250 человек, привлечены к административной ответственности. Нарушители не только заплатили штрафы за причиненный вред биоресурсам двух морей, но и лишились дорогостоящих орудий промысла. Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает, что с 1 марта по 31 мая действует запрет на любительское и спортивное рыболовство в азовских лиманах. В настоящее время пограничное управление инициировало вопрос об увеличении взыскания за ущерб биоресурсам.